и мне лично, и другим представителям стран Содружества, конечно же, хорошо известно, сколько спортивных сооружений за последние годы создано как в самом Ашхабаде, так и в столицах вилаятов. Так. И действительно, Ашхабад сегодня стал прекрасной площадкой для проведения крупных международных спортивных состязаний. И более того, эти состязания проводятся. Я сам был, значит, почетным гостем на азиатских играх в 2017 году, которые действительно стали значимым событием спортивной жизни стран, не только стран Содружества, да, но в первую очередь стран Содружества, стран Азии, да, здесь было очень много гостей. И наличие крупных спортивных сооружений на территории Туркменистана, не только в Ашхабаде, конечно же, способствует и развитию, спортивному развитию молодежи Туркменистана. Я с удовлетворением вижу, наблюдаю, как туркменские спортсмены завоевывают призовые места на многих международных состязаниях. Вот, в прошлом году прошли спортивные игры в Беларуси, и там туркменская команда была очень представлена, так весомо, значимо, многочисленные, и получили призовые места. Поэтому, конечно, все условия для проведения крупных международных соревнований в столице Ашхабада есть. Так надо эффективно использовать эти сооружения. И мы признательны руководству Туркменистана за то, что оно выступило с инициативой предоставить эти спортивные сооружения спортсменам стран СНГ для проведения крупных международных состязаний. Инициатива о предоставлении Ашхабада, города, новых спортивных возможностей была поддержана странами СНГ. Я надеюсь, что она получит поддержку и со стороны глав правительств стран Содружества. Будет принято соответствующее решение, которое в предварительном порядке уже одобрено. И дальше мы уже договорились о том, чтобы наполнить эту инициативу конкретным содержанием. Согласовать между государствами те спортивные состязания, которые можно провести в Ашхабаде, согласовать сроки проведения этих мероприятий, количество участников, ну и многие другие организационные вопросы. Так что мне представляется, что реализация этой инициативы имеет очень большое значение для укрепления спортивного сотрудничества стран СНГ.